Ну что, погнали? Цель какая? Летим к нашим кентам. Хотели снять электричку. Посмотрим, что у них есть. Китайские электрички, в Грузии их тоже много. Что-то стали, не можем понять, на чем нам ехать. Ну да. Много. Не знаю, можно было взять. Какую столы предпочитаешь? Я не знаю, давай так. Половина клиентских, на них мы поехать не можем. Они отсеются автоматически. Второе, наконец-то нет сильного солнца. Лето, 32 градуса на улице, поэтому я бы, наверное... Но если бы была возможность, какую бы выбрал бы из всех? Панаму, конечно. Панаму? А ну что там? А, Панамера. Ой-ой-ой, красоточка какая. У тебя кепка, а у меня будет Панама. О, видишь, сочетание. Отлично. А как насчет Dodge Challenger? Ну, когда стоит выбор Панама и Челик, то это очень видно. Не, ну симпатичная, да? Да. Есть проблема по этой машине, ее не пускают на границе. Потому что она стоит дороже 50 тысяч евро. Но этот вопрос планируем решить в ближайшие дни и отправить. Тачка на самом деле интересная получилась, там, по-моему, только со скрашенным бампером и крылом, и все. Вот. Но мое предложение все-таки более летнее и, наверное, более компромиссное. Тем более для Грузии у нас есть вот такой рабочий классный кодик. Кабриолет. Это кабриолет Volkswagen EOS. Кстати, нетипичная для Грузии. Целая тачка. Вот. Крашен будет обменять бампер. А это чья тачка? Это моя. Моя, говорит. Ну отлично. Ну поперли тогда. Посмотрим, что сегодня мы увидим интересного. Ну все, кабрик готов, полетели. Че, выезжаем. С СТОшечки. Аккуратно, аккуратно. Это классно, ты защищен, у тебя есть кепка. Да, сейчас улетит моментально, что-то погодка быстро меняется. Только что была жара. Кайфу, слушай, жарко было, сейчас выехал. Как человек, едешь, балдеешь. Так, куда мы подъезжаем? Есть автосалон наших друзей. Они я вижу, там Волга просто. Да, они у нас постоянно ремонтируются, а мы хотим у них поснимать тачки. У них уже, смотри, куча машин в Дубае, смотрю, привезли. Ага. Это, наверное, Mitsubishi Mirage. Короче, прикольные, интересные тачки. На таксишку, да? Не знаю, но это все новые машины. Ну, да. Да, прошу прощения, не Mirage, это Rage. И очень много машин, глядьте. Уже не знаю, может даже и в такси. Премиалка тоже есть, как бы. Ну, пойдем посмотрим, что внутри. Гамарджоба геноцвали, мои дорогие друзья. У нас сегодня автомобиль, не побоюсь этого слова, китайского производства. Это первые тачки, которые начали нам показывать с вами в интернете. Это Volkswagen, китайские электрички, а именно Volkswagen ID.6 Pro. Ну и что, как тебе она? Ну, давай так, первое впечатление просто нереальное. Ты смотришь на эту тачку, к типичному Volkswagen она, наверное, не будет относиться. Такое ощущение, что она где-то немножко из будущего. Вот, но в целом машина очень интересная, очень достойная, вместительная и электрическая. Снаружи она красивая, давайте сразу к салону. Это новая машина, здесь в Грузии за нее просят 49 тысяч долларов. Шикарный кожаный салон, все в пленочках, в накидочках, вентиляции, подогревы. Что вам еще здесь нужно? Понятно, что климат-контроль, если я не ошибаюсь, он даже там какой-то интеллектуальный, то есть вы садитесь, он автоматически сразу же включается. Также есть обязательно память сидений. Вот. Ну и, естественно, пробег у машины нулевый. Ого, крыша какая панорамная. Да. Офигеть. Люблю машины, в которых нет вот этого вот перехода, знаешь, что центральному пассажиру неудобно. Угу, или ноги нужно раскидывать куда-то по бокам, или стоять сверху. В общем, здесь сзади 3 чека в месяц вообще легко. Сзади есть отдельный климат для пассажиров, зарядки на телефоны, подогревы сидений. И есть еще и третий ряд сидений. И, слушай, самое главное, что все интеллектуально просто. То есть тактильно просто все понять, как что работает. Нету там какого-то, не знаю, таких замудренностей, как в Тесле и так далее. Садимся в тачку.
первое, что она делает, меня поприветствовала. Да, то есть тут можно войти в свой аккаунт, зарегистрироваться и так далее. Очень удобно, есть беспроводная зарядка, ложите свой телефон. В общем-то, вы сели, нажали на тормоз, она вас подвинула, и она уже завела, она уже готова ехать. Переключение коробки передач у нас здесь, на приборной панели, наверное, можно назвать. То есть, ну вот, все. Загорелись, прикольно. Да. Фарки загорелись, адаптивный свет, очень легкий руль, все прекрасно. Ну, кстати, надписи. Как на еще на старых, на обычных, привычных нам Volkswagen, да, то есть вы видите, кто когда-то владел ВАГ группой, я думаю, меня поймут, что эти кнопочки, они оттуда. Есть парковочный ассистент, разобрались, переключаемся на климат, климат есть, все хорошо. Теперь так, что помощники, это IQ Drive, да, по всей видимости, какое-то умное передвижение, то есть она вам будет подсказывать, какие есть препятствия, будет помогать вам с парковкой, то есть в управлении, будет вам облегчать вашу жизнь. И вот у нас есть также три режима езды, это Eco, Comfort, Sport, Custom. Custom можно, я так понимаю, выбирать, настраивать. Все, вы выставляете подвеску, рулевое управление, в общем, все. Ой, да, только светочка меняется. Да, слушай, да, смотри. Прикольно. Вот, да. Эко выбираешь спорт, наверное, на красный. Да, все. Ну, я думаю, что вот логичнее красиво. Всего на электричке все будут ездить в основном в эко, потому что нужно, чтобы машину на дольше хватало. Если вы хотите взять гонку, вы покупаете себе плейт. Или же зачем? Если у нас есть китайский рынок, вы себе можете купить какого-нибудь Зикера или Хай-Фай. То есть машины, которые будут ехать на все бабки и будут ехать и будут стоить не дороже, да, а только на порядок дешевле. Хотя внешний вид будет повеселее все-таки у таких автомобилей. Здесь все сенсорное, вы просто провели здесь пальчиком, сразу же открывается шторка, дальше следом провели пальчиком, открывается люк. Ну, круто, качественно, ничего не скажу. Вообще, что-то говорить за эти машины, я даже не знаю. Руль тоже сенсорный. Капец, ну как красиво горит. Панораму и шторки. Слушай, какая красивая оптика спереди, прям. Слушай, оптика, ну давай так, китайцы делают крутые машины. Кто бы что ни говорил бы, понятно, что как бы от Volkswagen это было ожидаемо, но мы вам будем показывать еще и другие автомобили, которые делаются на китайский рынок, которые можно приобрести. Ты имеешь в виду, давайте глянем на багажник? Я не знаю, я же не открывал, что там. Багажник в Тесле под капотом. Ага. Багажник, ты хотел сказать? Нет, здесь не багажник, аккуратненько. Двигателем не назовешь, да? Ну, слушай, зато будете экономить на расходниках, не нужно менять масла, фильтра и так далее. То есть охлаждающую жидкость, тормозную жидкость, омывательную жидкость вы менять будете, все остальное здесь электрическое. Поэтому если у вас там частный дом или свое там паркоместо с розеткой, вообще будет супер и круто. Ну, металл нормальный, нет такого, знаешь, он там где-то сильно играет. В общем, нет такого ощущения, как будто на этой машине сэкономили. Однозначно. Багажничек. А что, интересно, есть такая какая-то функция? Угу. Видишь, сразу угадал. Намахал. Это было очевидно, что оно здесь было. Угу. Передвигаться по городу всей семьей тоже можно. Если сложить сиденье, будет достаточно неплохой багажник. То есть два чемодана сюда влезет. Поэтому нормально. Все электрическое, электроприводы, вам напрягаться здесь вообще не нужно будет. Пошли глянем на характеристики. Volkswagen ID.6 Cross Pro, 22 год выпуска, автоматическая коробка передач, это понятно. Эта версия идет заднеприводная. 601 километр она может проехать на полной батарее, это заявлено. Ну, пускай даже если она проедет 500 или 550, это будет уже крутой, классный показатель. Ну и каких-то ужасных отзывов я тоже не видел по этим машинам. Я думаю, вы тоже этого не видели. Но если видели, если что-то знаете про эти тачки, пожалуйста, напишите нам в комментарии. Было бы с радостью интересно послушать, почитать ваши реальные истории, что, как и к чему. Все зазорчики, все ровненько, все красиво, все аккуратно, цвет хороший, вот эти вот вставочки, все очень хорошо. Тут, я так понимаю, наверное, глянец. Да, тут черный глянец, он заклеен в пленку. Но это уже будущий хозяин, который купит, у него будет замечательная честь
отодрать все пленочки, так сказать, сбить целостный покров автомобиля. Вот, и все, и уже как бы управлять. Вот. Но эта машина находится в Грузии под заказ, естественно, можем привезти абсолютно любую страну.